Леонида, да. Ты мне скажи, как человек, ты же все знаешь. Ну, почти что. Кто стал президент России? Путин. Владимир Путин, КГБшник. Когда генерал Ильич поехал в Москву, он его с таким хурметом встретил. Стол накрыли, сколько водки было. Нормалом, дядя. Жалко, меня там не было. Специально для генерала Ильича в Кремле ремонт сделали. Все обои поменяли, все. Че шерванное? Минимум 2,5 шервана, одна обоя. И потом, значит, Путин начал показывать Кремль генерала Ильичу. А генерал Ильич ему говорит, ты кому Кремль показываешь? Я здесь 10 лет отработал, а? Ты лучше Кремль, говорит, Кочаряну покажи. Он кроме Степанакерской бани ничего не видел.